Всем привет! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня я хочу сделать обзор основы для мыла с маслом манго. Мельта манго. Эта основа безопасная, она сделана с маслом манго, поэтому подходит для детского мыла. Нежная кожа малышей будет увлажненной, пройдут раздражение, воспаление, шелушение, поэтому спокойно можно делать мыло вашим детям. Также эту основу можно использовать для двуслойного мыла с картинкой. Как вы знаете, что одна часть этого мыла идет белая, поэтому уберите ее. Она прекрасно, эта основа смешивается с эфирными маслами, с отдушками, быстро тает и быстро хорошо застывает. Также она хорошо очищает кожу, помогает порам закрыться, кожа становится более светлой, более нежной. Эта основа прекрасно питает кожу, потому что в ней есть манго, а манго, как известно, богата своими витаминами и минералами. Эта основа заботится о вашей коже. Также можно эту мыльную основу применять в различное мыло, например, после бритья. Можете сделать своему любимому человеку мыло, которым он сможет пользоваться. Его кожа будет нежная, не будет раздражения, потому что, как известно, мужская кожа лица более подвержена раздражениям, потому что им приходится каждый день бриться. Поэтому это мыло, которое будет сделано с основой манго, будет, наоборот, ему очень полезно. Можно также использовать, например, в лифтинг средства, такие как молочко для умывания. Оно тоже хорошо подтягивает кожу, убирает различные воспаления, раздражения. Эта основа абсолютно безопасная. Она только, наоборот, улучшает ваше лицо, кожу рук, кожу тела. Вот так она выглядит. Фасовка у нас идет 1 килограмм. Поставщик Беларусь. Спасибо, что посетили мой канал. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться. До новых встреч!